Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня вместе с вами разберем вот такой красивый узор. Я этот узор применила для носочков, но можно применить этот узор и для шапочек, и не только. Связала носочки на размер 37-38. Резиночку 10 рядов и сразу начала узор. Пятка плотная. Клин подъема, лишние петли сократила. И вязала такое количество, как и на голени. У меня 48 петель. Размер 37-38. Мысок закрыла. Ленточное закрытие. Давайте приступим к узору. Пражу я взяла свою, распустила юбочку и сложила 12 ниточек. Получилась вот такая у меня пража. Вы можете вязать носочки из любой пражи. Размер на 37-38. Берем пражу. Метраж 400 метров, 410, 390. И спицы номер 3. Связала резиночку 10 рядов 1 на 1. Набирала 49 петель, замыкала в круг, и получилось у меня 48 петель. А сейчас будем вязать узор. Узор начинаю с первого ряда. Все петельки лицевые. Начало ряда у меня хвостик и все петли лицевые. За переднюю стеночку вяжем лицевые петли, первый ряд узора. Все вяжем по кругу лицевыми петлями. Вяжем самостоятельно лицевыми петлями. Итак, провязали первый ряд узора, вяжем второй ряд. Все петельки изнаночные. Второй ряд узора, все петли изнаночные, вяжем по кругу самостоятельно. Итак, провязали два ряда, вяжем третий ряд узора. Третий ряд узора у нас начинается узор. Две петли. Одна лицевая провязываем за переднюю стеночку и одна изнаночная снимаем. Нить перед работой. Это и есть раппорт узора. Две петли и четыре ряда. Одна лицевая, одну снимаем, нить перед работой. Одна лицевая, одну снимаем. Нить перед работой. Одна лицевая, одну снимаем, нить перед работой. Итак, по кругу вяжем. Одну снимаем, одну провязываем, одну снимаем. Одну провязываем, одну снимаем. И так у нас получается. Вяжем самостоятельно. Третий ряд. Итак, провязали, друзья, третий ряд. Вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд вяжем. Одна петля лицевая. Одну снимаем нить перед работой. Это и есть раппорт узора. Одна лицевая. Одну снимаем. Одна лицевая. Одну снимаем. Одна лицевая. Провязываем одну петлю. Снимаем нить перед работой.
так по кругу до конца ряда. Вяжем самостоятельно. Итак, провязали 4 ряда узора. Раппорт узора 4 ряда и 2 петли. Узор повторяем с 1 по 4 ряд. Итак, давайте продолжим. Все петли вяжем лицевыми. Первый ряд у нас все петельки лицевые. Вяжем по кругу самостоятельно. Вязали первый ряд, второй вяжем в ряд. Все петельки изнаночные. Все петельки изнаночные. Вяжем самостоятельно по кругу. Итак, провязали первый и второй ряд. Вяжем третий и четвертый. Они запоминаются и вяжутся одинаково. Одна лицевая, одну изнаночную снимаем нить перед работой. Свободно. Одна лицевая, одну снимаем нить перед работой. Одна лицевая, одну снимаем нить перед работой. И так по кругу вяжем самостоятельно до конца ряда. Третий и четвертый ряд. Вот такой узор у нас с вами получился. Повторяем с 1 по 4 ряд и вяжем. Вот такая красота. Всем спасибо за просмотр, за подписку, друзья, и до новых встреч на моем канале.